Пойдем в снежный парк. Слушай, а ты уверен, что это не то же? Нет, я уверен, Юль, что это дичь. Что-то другое. Ё-моё, нет, ну вы куда больше-то? Всем доброго здоровья, тебе приятно, кто сейчас кушает, с вами Юля и Мишка. Всем привет. Мы вернулись в замечательную игру под названием... Mr. Mansion Force. Все, спасибо большое, что поддержали нас, очень радостно. Да, мы рады, что вам тоже игруха понравилась. Ой, Юль, надо аккуратнее. Короче, мы закупились по полной, сердечек у нас больше. Теперь умеем лазить, как напоминаем. И нужно вот по этой штуке ударить, Юль. Кто успеет? Я успел. Блин, ты успел. Но ты молодец, ладно. Тоже хорошо. Нужно дать перепрыгивать, а Юль. А как он по мне-то тут? Перепрыгивать попал. Огонь нужен, Юль. Ой, блин, он нас загнал в это дерево. Да вот не говори. Вперед, ладно, не бойся, ни шагу назад. Сказать, ай, блин. Так я говорю, Пипец. Даже если меня... Слушай, рано... Юль, надо что-то с этим делать. Это жесть просто какая-то. Ща. Вот я никак попасть не могу. Отхожу. Что-то плохо началось. Нормально, а, все. Я тоже на слушай, всякий случай. Юль, ты смотри, сколько у тебя жизни, ты чего? У меня, да, вообще мало. Ты очень. Что? Опять так. Я тут... Он на самом отходим, деле не такой сложный, отходим. Как кажется. Басарь. Так. Просто ну нужно да, вначале просто зарашили. Так, мне сейчас нужно это... привыкнуть опять. Все, я внутри. Живись. Так, теперь нужно понять, как так. Он сверху так. Такой, а потом... Да блин. Сейчас я... подобью себе, так сейчас сказать, проход. Нужно мне сначала пробить его вот это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Если что, о, все готово. Все. Да, молодец. Я уже тут вовсю борюсь, но так, ты... Так, сейчас. Воу. Ох. Так. Я жду просто, когда мне предоставится так, возможность туда пролезть. Я тут как со всех сторон пытаюсь его. Есть, пробил. Молодец. Чуть-чуть. Все, я сейчас пролезу. А, луч смерти меня за... Слушай, теперь ударить осталось, только ударить. Осталось... Ударил? Уверен? Да, я уверен. То, что я делал. Теперь... Где я-то? А ты где реально? Я здесь, блин, сейчас жесть начнется. Нормально, осталось, мне кажется... Надо туда, внутрь? А, конечно, конечно нужно внутрь. Перелазим, попадаем в главное ядро. Только побыстрее нужно туда попасть. А как вот... Блин. Я перелез. Нужны... нужно вон как... Так... Так, спокойненько, так, спокойно. Держись, Юль. Ай, ты, нет. Может, даже до конца доживешь. Да блин, фигачнуть надо. Есть. Yes. А это еще не все. Это еще не конец. Это еще не конец. Так. Слушай, вот здесь будет посложнее попасть. Так, нужно сначала... Мои пулечки вообще не доходят до туда. Блин, вот эти вот огромные шпалы. Да. Нужно мы такие обходить. Просто вообще милиписечные по сравнению. Слушай, а вот как... с этой штукой. Так, надо взяться. Надеюсь, по... Ау. Ау, оно Миш сбивает. Меня убило, но... по мне столбиком попало. Слушай, а что мне нужно в первую очередь? По этому попасть или ну что? Смотри, дело сейчас. В том, что... Ай. Попал. Фишка в том, воу. Что... О! Вот так. Не надо было. Вот фишка я хотела сказать, что надо выиграл. Эту штуку развалить. Блин, одну но звезду заработали всего. Мешал. Ладно, вы писали в комментариях интересную тему, что здесь, походу, есть так, какие-то секреточки. И действительно, смотрите, какой-то мужчина есть. Юль, прочтите. Это виртуальный тренировочный центр X2. Здесь ты можешь повторить предыдущие битвы, улучшить свой результат и даже заработать немного наличных. А, то есть здесь можно зайти прикольно. То есть можно повторить. Да, слушай, а у нас получается мы даже вон как... выполнили. Вот везде это на одну звезду. Но это ладно, это нас мало интересует. Здесь а еще... там еще наверх вот здесь... можно. Миш, разве? Погоди, стой, да, здесь стой. Вот снизу что-то есть. Погоди. Простите. Но я уже зашел. Какое-то помещение. Ничего не восстанавливает лучше, чем крепкий ночной сон. Интересно, для чего? Это просто поспать. Так, ладно, пойдем сюда. Мы теперь можем купить еще одно сердечко. Или, короче, здесь можно залезть было просто. Да. Так, и вот сюда. Да блин, да ё-моё. Сюда. Опа! И что это... Слушай, я не знаю, что это такие. Это, может, песни? А, может, это... Стой, видишь? Да, прикольно. Во. Вот с такой боевой песней можно... Короче, дофига. Ладно, пойдем в магазин зайдем. Давай. У нас денег, правда... О, слушай, нам хватит на сердечко. Ну да, давай сердечко купим. И еще дополнительных. Да, не повредит. И тем более пообщаемся. Мы не знаем, кто теперь у нас. Так, там, но все, вроде изучить было непросто. Что-то он изучает, нужно будет потом уже покупать огнемет. Ладно, все, пора идти в бой. Посмотрим в следующий раз побольше карту в других местах. Это просто жалкая кучка солдат, но должно сработать. Давай использовать по максимуму то, что у нас есть. Так, у нас на выбор даже есть карты. Смотри, опять в городе или снежный форт?
Пойдем в снежный Слушай, парк. Слушай, а ты уверен, что это не то же? Нет, я уверен, Юль, что это дичь. Что-то другое. Ё-моё, нет, ну вы куда больше-то? Его вон по бокам, в талию атакуют. Вот аккуратнее. Это ты аккуратнее. Да, я не ждал. А не я. Я вон, смотри, куда шпарю. Юль, беги быстрее, его луч неизвестный. Ну, пока не сильно опасный. Ой! Отходим, 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 еле успел убежать. Нужно еще, так, изучить, что он куда шпарит. Так, ай, бежим, 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 бежим. Все. Есть, подбили. Теперь обратно. Не знаю, надо вот по этим штукам стрелять. Нет, можно, конечно, сбить, чтобы они нас не атаковали. Но в целом, блин, как туда... Может быть, надо... Вон, видишь, куда? Ему нужно туловище сбить. Да, я вижу. Юль, тебя ранило. Аккуратнее. Я стараюсь. Блин, он когда нас... Будь аккуратнее. На нас идет... Сейчас. Не просто. Вот, вот, смотри, как хорошо попадаем иногда. Я пытаюсь. Ай, блин, меня задело. Юль, ну эти простые. О, Юль, стой посередине. Ой, смотри, как ты интересно прошла. Так. Ой, слушай, а ты, чё, а ты правильно сделала? Туда и надо. Так, тихо. Так, он по мне там даже не стреляет. А, так можно просто под ним пройти, а бы... Блин, фига себе, всё, я не знал. Хитро, да. Так, то есть можно так. Не бояться, что нас раздавят. Почти. Ай-яй-яй-яй, так, лишь бы по мне не сейчас попал. Сейчас вперед рука начала. Видишь? Ну, конечно, вот четко в меня, конечно. Так. Да руку без толку стрелять, я тебе могу сказать. Да, теперь я. Ты куда пошла? У нас вот эта частичка талии осталась. Так вышло, Миш, так вышло. Ай-яй-яй-яй-яй. Я Юля. Пытаюсь пройти, хорошо. Понимаешь, он мне не дает. Ну, сейчас он в эту сторону. Блин. Так, отхожу. Тут надо следить и за тем. Вот прям чуть-чуть осталось 100%. Короче, я издалека начну цедить. Такс. Есть. Так, нужно как-то внутрь попасть по ногам. Сейчас. А как ты реально? Как ты так скарабкался? Все. Юль, дальше внутрь. Ау. Сейчас погоди. Ай, ну эти пульки. Нужно турели здесь разместить. А как ты туда заныкался? Прям, ну как, лазить умеешь? Наверное. По ногам лезь. Блин, ну только я с другой стороны. Поэтому... Сейчас. Так, я уже потихоньку внутрь пробираюсь. А как вот реально залезть-то? Так вот ты лезешь, Юль, да, тебя просто сбивает. Да, но только я не могу как бы вот сюда залезть. А вот. Все ты можешь. Ты просто поверь в себя. Да, тут как бы... А нет. Как вот здесь теперь я буду? Нужно пролезть по стенке. Трындец. Все, конечно. Так. Все, да, спокойно. Да, прибавьте мне, пожалуйста, чтобы я лучше себя вот, видел. Вот, видишь? Хрясь! Так. Все, пробились. Жесть. Ой, вон еще турели. Рискую успела, жизнью. Так. Ломаем турели. Так, еще пробивка. Нет. Ай, блин, сейчас по мне, ну четко, конечно. Блин, сколько тут ломать, не строить, ё-моё. Жесть. Просто. Да, это я согласен. Просто жесть. Здесь нужно через... Так. Пипец, я просто в шоке тут. Так, турельки. Нужно разнести. Пипец. Это жесть просто. Ай, ё-моё. Пульки. Так. Вот сейчас. Надо вот эти штуки. А я-то где? Блин, Юля... я упал в самый низ. Здрасте. Я тоже. Ё-моё. Да нет. Нет, меня прям зажимает вот этой штукой. Воу. Луч. Вот дурацкий. Лученский. Ладно, у меня всего ничего, жизни осталось. Ай, электричество. Так, нужно турель разнести. Да, я сейчас умру от тока этого. Жесть просто. Так близко. Стоп. Так, все. Миш, ты... А куда я-то упал? Почему я опять упала туда? Да что? Жесть, может, так и, конечно, и задумано, я не знаю. Нет, не задумано так. У меня осталось пол жизни, Юль. Я не доживу. Сказал Миша, когда у Юли там вообще просто кот наплакал. Юля почти вообще труп, на самом деле. Блин, ну все, Юля труп. Так, ну, не переживай. Ну, жесть, он такой гигантский, а мы такие маленькие. Да, блин, это долбанный. Давай еще, слушай, мы без дополнительных. Да. Не, наверное, лучше выйти из уровня на базу. Закупиться, срочно. О, какие суровые. Ну, не, на самом деле его... Блин, по 2000 теперь! Они не по 300! Вот этот поворот, видать, после того, как мы прокачали мне жизни... Ну, я понял. То, что их стало больше. А что, нельзя, что ли, здесь пролезть? Ладно, давай, всё. Спрашивай. Ох, я уверен, жесть. Мы сможем. Мы постараемся. Мы сможем его выиграть. Так, ладно. Короче, ладно, мы знаем, что буду... под ногами можно суетиться. Так. Сбить главное вот эти, Юль, щитки. Сейчас.
Причем можно их сбивать вот так. И не бояться. Лезем. Так, о-о-о! И лезем, и лезем. А, и фигачим. И фигачим, и фигачим, и фигачим это все. И бам, и бабац, бац, 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 бац. Теперь турели разносим. Все, одну турель. Вот эти тоже уносим. Осторожно, вот эти пули не сбиваются. Вот так. Командная работа. Да что ты, сейчас я эти все собью. Молодца, Юль, отличная работа. Перфект. Так, а что, мы тут не будем? А, сейчас. А, блин, Юль, ты куда? Я за тобой даже не успеваю. Ты хорош, жесть, хорош. Тихо, вот здесь можно спрятаться. Ай! Ну не от этого. Нифига нельзя! Турельки, турельки. Что творится? Я поджарила, мама! Сейчас. Сообразить. Блин! Жесть! Да жесть, вы что творите со мной? Все, сейчас. Черти. Я тут хорошо кручусь. А-а-а, задело. Так, ну ситуация-то получше, тебе могу сказать. Блин, все. Да. Получше, нифига. Надо турель-то расфигарить. Все, сейчас дальше пойдем. Юль, только туда-сюда. Ну, Миш, ну тут ведь непросто. Я не спорю. Нужно турели сносить сразу же. Все, снес. Все, идите нафиг. Так, кубик. Да и прям по этой штуке меня провел. Да бей. Сейчас я собью турели, самое главное. Все, чтобы не мешались. Так, Юль. Угу. Так. Ай. Если что, приседать не забываем. Дурацкая штука, согласен. Юль, бей, пожалуйста. Молодца, Юль, прям респектос. Теперь нужно в голову пробраться. Слушай, а походу мы не проберемся, пока вот ты не разобьешь, да. Хорош. Нет, ай, блин. Надо так менять сторону просто. Блин, короче, нужно разбомбить их. Так, сейчас я вот эти собью, чтобы нас не подстрелили. Так. Жесть. Мамочки, сбиваем выстрелы. Сейчас, вот эту еще, видишь? Ага. Все. Блин, все, я пополз. По мне прям жестко вообще. Ой-ой-ой. Надо до двух бошек так, Миш. Я понял, сейчас. Я до одной почти добрался. Так, я здесь уже начинаю. Просто. А слушай, кажется, а как внутрь-то попасть? А, я понял. Снаружи. Блин, по голове надо ползти. Сейчас, я почти дополз. Жесть, так. Да ё-моё. Да ё-моё, тут сколько ударов-то. Все. Ай! Так. Я к тебе иду. Ай-яй-яй. Ай, блин, а почему меня уронило-то? Фух. Жестко, конечно, я могу сказать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да господи, что это такое? Ты понимаешь, да, что с одной стороны, потом с другой. Да, сейчас, да, Юль, да. Я... Но дело в том, что... Я тут Юле мешаюсь тем, что... Я как бы, да, не вижу меня. Да что? Экраном зажимает. Да потому что я тут лажку. Блин. Юль, подожди просто меня, пожалуйста. Жду. Я просто, видишь, тут это замудил. Блин, у Юли полжизни. Все. Было. Ну, блин, вот я из-за этого. Юля, я отомщу за тебя. Подохла. Я сделаю это. Я расчистила. Это мой весь долг. Этот путь. Это мой долг. Давай, Мишка. Это... Ай! Сейчас он здесь током пробьется. Мой долг это выполнить. Давай. Я это должен сделать. Шандарах! Мишка, шандарах! Ну слушайте, для меня это было просто круто, какая-то вообще жесть. Да пофиг, эти рекорды. Офигенная игруха, вообще ничего не скажешь. Фу, давай посмотрим, что там вдали есть. Так. Мы, кстати, сможем скоро открыть это. Пойдем сюда. А, давай. Здесь... А мы тут были. Не-не-не, стой. Так. Поскольку мы все, что осталось от сопротивления, атаки на нас стали почти постоянными. Большинству жителей острова пришлось эвакуироваться из-за этого. Ну, в магазин зайдем? За эту инфу, конечно. Пойдем посмотрим, стой, что а купить. Стой, а вот здесь нельзя... Так а что ты там будешь делать? Пошли в магаз, пофиг. Что-нибудь может купить? Огнемет можем купить. Ну, или знаю. Рикошет. Нет, рикошет мы не можем. Сердце 20. Я чё даже думаешь? Не знаю, что лучше. Мы сейчас сердечко. То есть огнемет вместо вот этой пушки будет? Мне менять можно будет. Тут видишь, на кнопку можно менять оружие. Да, ты ну уже давай купил? Попробуем, господи, да ладно, пошли. Смотри. Вот. Во, видала, да? Как менять, объясни. Человек. На правую кнопку менять. Ага, все. Пойдем. Все. Так. Клянусь всеми медалями моей души, мы победим и восстановим мир на этой планете. Так, у нас два выбора, но пойдем вот, который был поселение. Да, давай.
Автомобиль, кексы, что? Интересно, пригодится от меня или нет? Красавчик, люблю роботов таких. Так, ладно. Блин, так. Ноги ломаем. Ой. Так. Слушай, он одно сердце отнимает от атаки. Так, может реально вот здесь вблизи огнемет очень хорошо себя покажет. Ай, блин. Так, нормально сейчас все будет. Можно лезть по нему, мне кажется. Ай, блин. Сейчас буду жарить просто, жарить его. Да иди. Ай-яй-яй, он по ногам дай. Ого. Да нет, блин, это когда вот надо? Вот сейчас можно. Блин, эту штуку надо сбить. Все, залезли. Ай. Получай свои каски, получай. Бей его, Юль. Все, сбили башку. Так, это еще не все. Воу, это еще далеко не все. А, внутрь надо пробиваться. Сейчас. Жесть! Ай, блин! Вот ты скотина. А что, я сдохла, Миш, а ты что думала? По одной жизни отнимает. Капец. За атаку. Капец. Я сейчас, конечно, попытаюсь, но не факт, что я его сражу. Да блин! Сейчас он последний раз должен... Супер суровый какой-то. Все, вообще. Я пошел. Робот. Я пошел. А, тебе надо уже чисто внутрь пролезть. Почему? О! Есть! Ай! Да можно было и не атаковать. Так дайте спуститься-то. Ага, фиг тебе с маком. Давай, сейчас я тебя всего раздену. Конечно, ага. Так, надо сразу спуститься. А, это просто атаки. Дай спуститься-то, ё-моё. Так. Я вон огнемётом. Вот, правильно. А куда теперь? А, тебе вот здесь надо. Он сейчас по ноге начнет эту фигню пускать. О! Да... А, да ё-моё. Он сейчас будет жарить, а нет. Нет, сейчас я его буду жарить, я тебе могу сказать. Так, Мишка, тебе... А, ты что? Только что хорошо было. Да конечно, блин, не хитрый ли он? Блин, надо же было так обломиться. Ну, близко. Ну, а сейчас что смысл, чувак, на тебя лезть? А, вот сюда нам надо. Только сейчас бы он... А как до ноги-то добраться? Неужто с центра, ё-моё? Так, ладно. Что, серьёзно? Покатай. Каким образом? Катай меня, большая черепаха! Это жесть. Вот это я не поняла, как ты. Не, нужно было внутрь, скорее всего. Ладно, ребят, мы это на потом оставим. Если вы хотите продолжение здесь, в этой шикарной игрушке, обязательно голосуйте, да. И мы прям побыстрее, как можно быстрее продолжим. А пока на этом все. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока!